Привет всем! Сегодня мы с вами приготовим жульен на сковородке. Очень быстрый рецепт. Состав ингредиентов относительно примерный. Берете все на свое количество. Для начала режем лук квадратиками, можно колечками. Режем грибочки, как вам нравится. Сливочное масло разогреваем и пассируем на нем наш лук до золотистого цвета. Как лук поджарился, кладем туда наши грибы. Все перемешиваем. Получается у нас так много грибов с горочкой. Во время того, как у нас тушатся наши грибочки, мы берем сыр карат. Мне нравится вот такой. Можно сливочный, можно с луком. И натираем. Пока терла сыр на терке, наши грибочки потомились, потушились на сильном огне. Кладу целый стакан сметаны. Любой жирности, какой вам нравится. Все перемешиваем до однородной массы. Получается у нас грибы в сметане, в соусе, очень вкусно. Далее кладу я в это все сыр натертый, постепенно, чуть-чуть положила, размешала, чтобы все равномерно размешалось у нас. Далее солю, кто хочет, перчит. Кладем картофельный крахмал, у меня 1 столовая ложка получилась с горочкой. И там минут 5 примерно, может чуть побольше. Постоянно помешивать нужно, чтобы ничего не прижарилось, и получается у нас вот такая вот консистенция. Кому нужно порционно, допустим, для праздничного стола, раскладываем то, что у нас получилось по кокотницам. Сверху посыпаем обычным сыром, который быстро плавится, и в духовку. Получится отличный, вкусный жульен. Всем приятного аппетита!